В память о великом подвиге города-героя прогремел сегодня полуденный выстрел со стен Петропавловской крепости. Для Санкт-Петербурга этот день главный в его истории. 75 лет назад была полностью снята ленинградская блокада. 872 дня ожесточенной осады вошли в летопись стойкости и самопожертвования. Сломить Ленинград для захватчиков было стратегической задачей. Это был бы идеальный плацдарм для дальнейшей атаки на нашу родину. Но город выстоял. Это вдохновило армию и всю страну. Победа Ленинграда стала возможна благодаря невероятному мужеству его жителей, защитников, но далась огромной ценой. По некоторым подсчетам, осада унесла жизни свыше миллиона ленинградцев. Метроном сегодня стучит в память о тех, кто погиб от голода, холода и вражеских бомб. Ветераны и жители блокадного Ленинграда – самые главные гости памятных мероприятий. Сегодня они пришли на Дворцовую площадь, где состоялся мемориальный марш в честь годовщины снятия осады. Участие в нем приняли 2500 военнослужащих. По брусчатке прошел почетный караул Преображенского полка. Курсанты, солдаты и офицеры разных родов войск. Механизированную колонну возглавил легендарный Т-34 «Оружие Победы».